У росіян є. На повному серйозі. Там є і вода, там є і тепло. Видите, Сашка, делом занят, снег топит. Здесь, короче, ребят, один человек вот из деревни, где Сашка живет, провел себе воду 100 тысяч потратил. Она у него и то горькая. Он себе все равно возит с Орды воду. Поэтому вот здесь, в этой деревне, все на дождевой воде сидят или снег топят. Вот так вот, как Сашка. И готовят, и чай пьют. И ничего, привыкли. Здоровее будут долгожители здесь, в деревне. Потому что без всякой химии вода. Да, вот здесь-то такая кухня у нас, ну, у бабушки Сашки. Тут они готовят, там мамин стол, они отдельно питаются. Тут кошечки питаются, я им привезла корма, там тушенки еще привезла. Бабушке всего навезла, колбасы, сосисок, у них все пусто было. Фарша, здесь со собаком, чтобы они готовили. Масло им купила, кетчуп. Вот тут печечку они топят, там умывальник, умываются. Сейчас темно, ограду потом покажу. Прекрасно, бачите, от кому треба заздрити.